Челябинская область. Вольное упражнение выполнил Леон Урумов, Карачаево-Черкесская республика. Готовится Алексей Селезнев. Республика Карелия. Параллельные брусья Сергей Корытников, Ростовская область. Опорные прыжки Александр Климов, Москва. Упражнение на перекладине Виталий Суходольский, Владимирская область.
Упражнение на коне-махе Леон Урумов, Карачаево-Черкесская республика. Опорный прыжок выполнен Кирилл Коржавин, Краснодарский край. К выполнению вольных упражнений готовится Александр Жигалов, Самарская область. Упражнение на параллельных брусьях завершил Роман Латымов, Ростовская область.